помните, что только тот, кто владеет знаниями, может победить любого врага. С этих слов началась встреча учеников с ветераном труда МКБ «Факел». Виктор Павлович пообщался с ребятами, а затем его пригласили на праздничный патриотический концерт. Концерт был посвящен битве под Москвой, которая закончилась 5 декабря, 8 декабря. Советские войска перешли в контрнаступление, а фашистам был дан приказ перейти в оборону. Этой же теме был посвящен концерт и в Центральной детской школе искусств. Несмотря на то, что с момента битвы прошло 80 лет, память о подвиге советских солдат жива. В городском округе в рамках проекта «Герои Химок», направленном именно на сохранение истории, проходят памятные встречи и вечера. Наша школа принимает активное участие в данном проекте, начиная с лета 2021 года. Наши учащиеся и преподаватели выступали в барах и микрорайонах города, а с наступлением зимы проект переместился под крышу. Ученики исполнили песни военных лет, а юные артисты продемонстрировали виртуозное владение музыкальными инструментами.